21 сентября православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы. Сегодня мы празднуем начало этого дела спасения человека. Когда рождается в еврейской семье никому неизвестная девочка. То есть никто не знает, это нет какого-то грозного явления ангелов, каких-то событий. Но происходит маленькое чудо, значение которого мы поймем потом, спустя много лет. 14 сентября начинается церковный год, и именно праздник Рождества Богородицы открывает цикл великих двунадесятых праздников православной церкви.